24 школьника Иркутской области стали участниками финального очного тура Олимпиады политехник по 3D-моделированию. Ирниту проводит ее второй год подряд. И, судя по возросшему интересу, количество участников с каждым годом будет только расти. Я вот занимаюсь 3D-моделированием второй год. Я раньше даже не думал, что это будет настолько интересно. Сейчас я прям вот этим увлечен. Каждый день хожу в школу, собираюсь там с друзьями, черчу. Арсений – самый младший участник Олимпиады. В будущем хочет пойти по инженерному профилю. Правда, кем конкретно хочет быть и в каком вузе учиться, пока не знает. А вот 11-классник Антон из Усольского района, который имеет неплохой соревновательный опыт по 3D-моделированию, свой выбор сделал. Ну, вообще, наметки вот именно на это место, на Ирниту, по большей степени. Но если сюда не получится, Иргупс, но больше в Ирниту, конечно, хочется. Направление – градостроительство, инженерия, в принципе, механика какая-то, авиастроительная тоже, ничего так смотрится. В принципе, куда-то туда я буду идти. Выбор в направлении будущей специальности, где могут пригодиться навыки формирования виртуальных моделей по чертежам, просто огромен. Педагоги, которые занимаются с детьми в школе, об этом знают, поэтому всячески развивают навыки у своих подопечных. Мы с 5 класса начинаем работать. А желательно даже, наверное, с начальной школы. В этом году я попробовала взять детей 4 класса. Но у них получается, и очень заинтересованы. Чтобы вот абстрактное мышление развить, да, воображение, но это очень главное. И еще мы смотрим, что эта профессия очень востребована, хорошо оплачиваемая, да, будущее у детей, перспективы большие. Межпредметная олимпиада политехник входит в большой межвузовский проект «Золотой фонд Сибири». Ирниту проводит соревнования на знания математики, химии, физики, информатики, технического черчения, 3D-моделирования. В этом году добавили современную энергетику. С каждым годом интерес к олимпиадному движению растет. В отборочном туре политехника этого года участвовало более 500 человек. Даем им возможность поучаствовать в этой олимпиаде для того, чтобы проявить свои способности не только по общеобразовательным предметам, а именно по каким-то инженерно-техническим направлением, ну, такое вот как техническое черчение, 3D-моделирование. И в связи с этим мы показываем ребятам наш вуз, ну, то есть какие направления, специальности есть у нас здесь. К концу апреля планируется завершить череду олимпиадных этапов. 11-классники, ставшие победителями и призерами, при поступлении в Ирниту могут получить от 1 до 7 дополнительных баллов.